А так печь, или можно больше? Нет, вдвоем. А хотя я не знаю, Женька, честное слово, я не знаю. Мне кажется, вдвоем там. Что можно было прикольно, Мишу затащить туда? Сейчас же бесплатно раздают там часть почти предпоследнюю, только она отдельно там. Квантум она называется или как? На Q как-то. Может, бесплатные выходные? Нет, она висит, в плюсах недавно добавили. Rare Blobby Buzzed on Ranks. Rare, насколько я помню, это типа редко, да? Ну да, типа, что мало сейчас этих с такими рангами. Я имею в виду, что чтоб все собрались. Ну да, то есть я правильно понял, о чем речь. Чё, стрима у меня нету твоего? Не, он запущен уже. Так, кого с кем? Ты, наверное, от нас отписался, поэтому и нету. Наверное, да, точно. Кого с кем? Да без разницы. Ну давай так, пусть будет. Ну тут там интересно. На канале, короче, я перегружаю, и он типа не запускается. Это у нас хуже будет этот. Хуже будет вот через. Что? Женька, ты где? Я тут 5 сек. Кого выбрал этот сак, Миша? Я Шумицу. Странно. Мирочка, зайка. Хорошо, я тебя пидор запомнил. Я тебя пидор запомнил. Петр какой-то там, нет? Да не, блин. Спамил ударами примерно постоянно одними и те же. Это тоже такой, короче, смурф немного, но не очень сильный. Играет фэнгом. Угу.
А я... Это обидно. Я очень обидно. Какая боль, какая боль. Вишемису стоит на мече, понял? Я на мече. Да, он когда стоит на мече, и ты лежишь, лучше не вставай и не бей его вообще. А когда он прыгает на мече, лучше бей вот этой вот ногой, которая у тебя, типа, перебивающая. Армор. Вот армор, я ее армором не бил, и он, короче, у меня она сверху почему-то над ним пролетела. А это был, знаешь, такой на грани у меня и у него. Я поэтому так и огорчился. Он может, конечно, там как-то ныряет под землю в этот момент, не знаю. Инопланетяне хули взять. Угу. О, Женька, ты уже проходишь следующий турнир. Я так настроился. Не, так он действительно такой сильноватый. Бля, кто там писал, что типа... Такие ранги. Он, наверное, Стиву писал, что ранги это. А, это Сак. Так, Сатсал Паралей Сланды. Ого, ты знаешь эту песню? А че ее не знать? За его время, это ж как она, наверное, лет 15 назад мемом было. А что за песня? Финская полька. А, он дарин, да, о, да. Смотри, они все финны. Оказывается. Да. Стив. Мне казалось. Что-то даже интересно стало, как у них бой был. Ну, листопад, пенники пропуска. И шумит пропад, а это синька. Прикольно. Интересно.
that? Блять! Короче, чуть вытянул. Чуть не вытянул, вернее. Бля, вообще писец. Рейдж, нажимай ты, да и все. Господи, что я херню творил-то? Что безоблачное счастье? Уже не надо второе. Сегодня снял название поведения симпозанда. Листопад. Листопад – это стихотворение. Get ready for the next battle. А что там еще есть стихотворение, что еще есть? О, поэтическая миниатюра. Это миниатюра. А листопад? Листопад – это тоже поэтическая миниатюра. Мирка, зачем ты так открываешь форточку, господи? Ай, блядь, я не прожал этот. Там дальше тебе пиздец должен будет быть. Я верю. Ладно. Представим, что тебе жопа. Гипотетически. Второй столбик читай. Бля. Нет, ты вообще тупой стал, я смотрю. Ты тупей. А то как-то не прошло. Раунд 3. Файт. Да. Повезло тебе. Бля, молодец. Подожди, я не сопротив. Ты же пробрался. Блять, красиво. Я растерялся. Хорошо совпало. Даже интересно, кто это там метелил так. Миша, ты где пропал? Я тренируюсь. А, господи. Думаете, молчит, нету его на турнире. Думаю, что случилось? Я пошел в свою игру, понял, что как бы то, что я пропустил неделю без игры, мне это влияет. Олегала, это, конечно, хорошо, но... Какие вопросы? Не знаю. Ну, если опустить, то я... Ну, получше. Если я...
Кого? Ну. А что тут, который оркестром управляет, который вот палочкой взмахивает? Это и есть дирижер. Интересная статистика у него. Во, прикольно, вот этот вот захват, который возле стенки. Я говорю, намотай, на руки. Бери тогда это. Тяни мне кровь. Я поплыл. А другого нет. Ах ты ж, тварь. Скотина. Меня не бьют. Если правильно пользоваться, она не заедает. Да, красиво он тебе. Я просто поплыл, я уже понимал, что оставался этот. Пару точек ему и что-то его... Ух ты, красиво. За куб бежал. О, это. Подожди, это не труба. Лейка. Совсем... А у тебя два таких получается? Ну да. Партия. Один мой, один Оксанин. Она мне разрешила оставить все себе. Это я исправлю. Можешь пробовать мороженое? Мою. Это будет в честь меня лежать вот здесь. Нет, я не буду. Если я не отбила машину, так что можете
памятник вот этот вот, а вам не вспоминать нам, а не фотографию. Вот такой вот ты будешь памятник. Где твои ключи повесить сюда? На кухне. Блин, что так долго? А, этот сбежал, что ли? Козлы. Козлы. Блядь. О, вы все? Угу. Быстро. Да тут, блин. Только один ушел. Один ушел, второй ушел, и в итоге боев нету никаких этот. А висит, да, все? Ну. Все, натренировался? Киньте, да, я сейчас уже молодец. Я... Так, все, всех пригласил. Хераси набежала. Мишу надо выловить. Валяйка у него. Угу. Вот это I'm Dress. Да. Миша, еще раз попробуй зайти. Я вроде по пригласу. Давай, пробуй. Сейчас еще вешу, я вот приглас нажал, у меня пока висит все. Давай Форесу, наверное. Давай сейчас, если не зайдет, я скажу, когда... Ну, я двое вышло. Бля, ну как так, ну люди же заходят. Мне висит этот... Вот я приглас взял, а вот он висит. Кого удалять? Дришла этого. Не удаляй, подожди, не удаляй. Буквально одну секундочку. Так, вот сейчас удаляй. И скажешь, куда удалил. Удалил, заходи. О, все. Все равно Дришку. Берегитесь. Слабенькая этот. Слабая связь с Дришлой. У меня со всеми зеленая. Какой все-таки меня брат чуткий, услышит все твои эти просьбы. Я не слышал, Женька, пожелание. Честное слово, какой, с каким Дришлой у тебя связь плохая? Я не вижу. Дришлза. Господи, у нас с тобой один провайдер, у меня с него все полностью, все это синее, даже не зеленое. Да. Будешь играть с ним сам. Посмотри на этот, на YouTube. Хочешь, я тебе потом свой YouTube покажу? Будем друг другу свои ютубы показывать. Ютубами мериться. Будешь смотреть мою заставку, раз ты так выебываешься. Thank you.
Round 3. Fight. Миша, ты зачем этот на тренировку ходил? Не надо об этом говорить. Вася! Ну что там? Что слыхать? Да что так долго бои у них идут? Кто ж знает. Господи. Ты знаешь, что мне еще понравилось? Street Fighter. Что сюжетная кампания загружается дополнительно. То есть, смотри, по сути, вот как сейчас в Tekken. Раз прошел сюжетку, все, на тебе нафиг не надо. Лишнее место занимает. А там... Да, прикольно. И представь, там, допустим, сюжетка занимает 8 гигов. Тут, мне кажется, больше и того занимает в Tekken. Да, наверное, Tekken вообще весь, сам полный, это сюжетка, вот, если честно. Сколько тут надо для этого, для файтинга? Я тебе говорю, что, блин, ну, уроды. Смотри, у Мигеля 3 удара, у Нины 8. Вот, считай, 11 удар, 28 мегабайт. Занимательная математика. Раунд 1. А ты третью руку хватаешь? Да. Что я херню делаю? Прости. А, вот тут развел. Развел. А! Блять, это что такое? Я не тот удар подобный был, вообще не тот удар.
Блять, надо две руки делать всегда в такой случае. Ага, окей. Там должен был быть не захват, а две руки, кстати. Я пробил бы тебя. Не факт, это что-то немедленное. Да блять. Да блять, не ту кнопку вообще нажал. Ладно. Блять, да опять. Ну да. Следующий. Кто там, какая-то цукини? Кабачок? Да. По-нашему. Арбуз. Якщо гарбуза нема, ідіть нахуй. Без гарбуза їсть не їсть. Я помню, что приезжаешь в деревню, и уже где-то к середине этого каникул, я начинаю осознавать, что я уже думаю по-украински. То есть вот когда думаешь про себя по-украински. И сон, и сны снятся. Не, ну я вот ловил себя на такой фишке. Блять, сильный. Ой, ну это Тоби пизда, блять. Бля, и нога в экран. Торчит, красиво. Красиво торчит. Не говори пря, пока не закончил раунд. Да. То ли с джойстиком такой. Прикол, нихера себе у него рейдж относит. Ой-ой-ой, как ты разделал, слушай, это там... Подумал, что пора вот это вот реагировать на эту штуку, и ты взял и сделал по-другому. Он не ездил.
Блять. Ах, ты ж разводила. Разводилась-то. Как я ты тебя учусь? Блять. Вторая попытка. Блять, проебал. Ай-яй-яй, не то. Ничего не то. Бля, а как так? Или подстава какая? Это была подстава. Ну, прикольно, влазит. Ну, я первый запустил, понял? Может, из-за этого бежит. Блять. А что ты будешь делать? Ох ты. Вот это было обидно. Ай-яй-яй. Да просто дают много разных выходов с этой вот со стойки этой. Да вот я знаю, вот смотрю, что я повелся на другую. Ты понимаешь, самое интересное, вот этот удар считается по типу как и захват, и как армор. Ага. То есть тоже, если это хитрый такой собака, мне сам иногда попадаюсь просто против противников. Прикольно, прикольно. Я буду рад тебя побить next time, когда я... Самое интересное, я как-то им хорошо вообще в пятом, шестом так и не играл вот этим вот сладеньким. А сейчас смотрю, настолько все позабывалось. Вообще реально. Это плюс еще поизменяли шиво этот относительно как бы комбухи и все этот. Я плыву вообще, плаваю. Ты в финале или в полуфинале, Тарас? Полу. Не дожал. Вернее, он меня на рейдж поймал. Последний бой. Он меня два раза на рейдж поймал. Подожди, тебя сразу в одном приложении двое этот противоположные вещи. Почти его дожал. Там не дожал. Рейдж. Рейдж он делал. А, ну почти его дожал. Шрёдингера. Нет, я бы сказал, что я его дожал. А так я сказал, что почти его дожал. Он меня два раза поймал на рейдж. Ну. Блять! Mm-hmm.
Ну, прикольно. Бля. Прикольно. Дурачок. Ёлки-палки. Прикольно. Дотянул. Блин. Я после твоего стайпа прям в тебя поверю. И нет, что мне, вот, после вас надо всем наваливать? Понимаешь, хотел же Рэйчему запустить, в итоге он меня чуть стормозил, не успел вовремя впихнуть. Может быть, даже и потом нормально бы все сложилось. Ну да. Вот. Все поуходили, и должен я за вас расхлебываться. Ну, Тарас, по старшинству. Ну, давай. Хорошо, давай. А у тебя, Женька, как рабочие дни? Ну, это 4 дня выходных будет, этот суббота по... Нас в субботу сделали рабочий. Субботник или рабочий? Рабочий полностью. Не, ну, у нас должен был быть субботник, но мы задерживаемся в пятницу. Блять, у меня нихуя не выходит. Не, я, смотри, я ж вообще не то нажимаю. Ты возьми джойстик свой. Ты не рабочий сейчас, а то я на зарядке. Сука. Во, пошло дело потихонечку. И то... Только ошибок. Зря я.
Ну вот, я не хотел слазить, просто я бежал сразу. Ты же помнишь, ты за нас не мстишь, там, все дела, ты я все, все как говорю. У меня тактика: два боя проиграй, три боя выиграй. Вот, вот. А я просто думаю спросить, типа, помнишь, не помнишь, но сейчас его спрошу еще. Тоже под руку попадает. Знаешь, держится на языке, держится, он дерется. Все, я для вас специально интригу создаю. Спасибо. Вот этот вот пидер постоянно рейджем меня ловил. Вот эти вот у него тройки, блядь. Ну, бля, красиво, красиво, ничего не скажешь. Красиво. Во-во-во, сейчас опять словит. У меня лишь что на черный цвета, поэтому ему простительно. А, давай, иди ко мне. Еще давай проиграй. Скажи, мне тоже розы красные на черном фоне. Блять, вот как из этой пизоты вылезти? Все, я проиграл, хлопцы. Я не оправдал ваши надежды. Я не знаю, как возле стенки его вылезти. Кто ж ты, фраер, сдал назад? Надо было нас звать. Не сдавал назад я. Так, ну давай, последний. Бля, спать что-то хочу, вообще пипец. Мы сегодня, кстати, раньше графика или? Ну. Это все потому, что Макс все затягивает. Так, поехали. И
Парабеллум. О, Дракостон пришел. Дракостон пришел. Да, даст нам пистон. Я хотел срифмовать, не получилось. Если хочешь ты пистон, пригласи ты Дракостон. Что вы продаете? Вот мои деньги. Французы. Мой соперник подошел. Мой уровень. Ты не боишься, что там может оказаться смурф? Да боюсь, да. Ну, видишь, такая прикольная шутка получается. С одной стороны, если смурф, и я скажу, что мой уровень, то я выдрючусь. Вот, а с другой стороны, если дебайтов, то тоже мой уровень. Вот единственный, кто не соврал, это этот смурф Пунишер. Вот тот правду пишет. Да, честно, да. Хо-хо-хо-хо-хо. Удали этого Осириса. О, сейчас. А я новости сижу читаю. British Petroleum. Хо-хо-хо-хо. У меня вообще связь плохая, если что. Удалять? У меня она прям красненькая. Ну так говорите. Там бумага шелестит. Что конфеты? Это чипсы, это не бумага, это чипсы. Чипсы из бумаги. И не конфеты, да. Ты случайно не тот человек, который в кинотеатре этот чипсы? Да. Ксюха, не ляпай. Так, ну что там у нас? Последний, да? Финальный, да. Да, пипец совсем. Нет, чего я такой? Ну. Ну, давайте так и оставим. Не, Дракостон это. Жалко Мишку. Давай мне его. Миша ж просил этого. Кого? Тога Лепта этого, француза. А где? Тога Лепта. Окей. Сейчас бой сыграем, а Миша проигравших. Ну, видимо, ты что знаешь про Тога Лепта. Кто-то ушел? Бля. А кто, твой? Нет. Вот, не посмотрел. Ты кого себе ставил? Дракостона. Значит, никому не попался, который ушел.
Кашка. Так, иди, иди отсюда. Хати, иди в жопу. Бедняжка. Ну, кстати, да, у этого Леф-то 100% выигрыша против меня. Значит, когда-то встречал его. Наверное, да. Видно, знаешь, это было так больно, что этот мозг забыл это все. Да-да-да. Вытеснение психологическое. Изи. Изи, капка. Дракостон получит пистон. Да не трожьте вы этого его. Сейчас, секунду. Дракостон меня сделал вообще как дитя. Я смотрю. Что-то все поуходили из проигравших. Придется Жене мстить. Мща моя будет страшна. Все, бла. Ты дурачок, Катя. Бедный ежик для нас. Он подбегает, у него стресс. Нос этот. У ежика стресс. Ты ежика видел, Катя? У ежика стресс. Правильно, он же охотничий. Охотничья собака. Вот он на ежика наткнулся. Я люблю. Скажи, охотиться, скажи, мне надо поохотиться. Да? Скажи, поохотиться классно было бы, да? И ты какой еврей, а? Ты поймал ёжика? Мы с Дракоционом этот... Ну, я вижу, я смотрю ваш бой. Этот, ну пару раз встречались, я вот вообще под ноль делал его этот, Анка его джина. И он, видно, запомнил это и сейчас берет пола. Я не знаю, как я с полом будет. Не главное, вспомнил же, да? Знал бы, я взял бы кунимит. Так, ладно, все. Собрались. Ах ты ж. Раздыхай.
Хочу. Ай, бля, нахрена я тут сделал? Дракастон, Дракастон. Умничка. Интересно, кто из вас будет дракацом? И не стыдно будет за брата переживать. Я буду за тебя болеть. Тогда ты Скажи, Женя, есть ощущение, что Тарас читерит? А, подожди, я чуть рано. Это я во время боя сказал. Я, блин, фразу заготовил, видишь, рано ее выкинул. Я Тарас просто доказал, что его две руки читерская вещь. Кто-то пользуется одной, а кто-то двумя. А кто-то ногой. Эти перды. Кто из вас двигал? Я его пытался сделать, ну просто раза четыре уже. А, значит, вот ты сказал. Так тихо просто, да что ж такое? Да-да-да. Ух ты, прикольно, прикольно. Надо было захват делать, согласен, Мишанька, это прикольно. Чё я, бля, лезу? А4. Попал. Мимо. Ранен.
Это был четырехпалубный. Ну, блядь. Да нахера я попадать под все. Это вот не та сторона, понял? Я вроде стратегически правильно все сделал, развел бы. По пальцам, пальцем не делали, что хотел. А что такое? Ну прикол! Ну только красиво. Красиво. Вот нога пролетела, яха. Ну ты еще заканчивал свою камбуху? Сына бы тебе не было. Кстати, иди ложи телефон. Открывается. Минут 10. Хорошо. А, прикольно. 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 Я спать хотел, я вообще спал по полбоя. А что, что случилось? Еще было? А, у меня котенок. А, подожди, подожди, какая рана. Надо говорить, не у меня котенок. Надо говорить, не у меня котенок, а у меня киска. Ну и да. Ну что, ты возьмешь этого своего? А паутинка он не хочет? Серьезно, да? Да. Я же размялся, типа. Что ты там у себя размял? Страшный человек. Не то слово. Ты вот скажи, ты с какого турнира начинаешь пиво пить? Ну я до. Разминаюсь. Ну видишь, пивом нормально, разминаюсь, а вот после. Ты понимаешь, я вот звук открывания пива слышал, мне кажется, в начале второго турнира. Это уже вторая бутылка. Не, мне завтра на работу. Как это было в КВН, говорит. Слышите, говорит, природа, природа так и шепчет. Налей, говорит, выпей, говорит, тебе все шепчет. И холодильник, и там, и кровать. Покажи, какую ты книжку взял. Да, 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 да. Да блять, да что ж туда такой не проскакивает? Не. Что это, про... Так и знал, так и знал, думал, второй нижний что-то будет. Thank you.
Давай. Блять, не хватило. Я так рассчитывал, что хватит это, чтобы тебя добить. А я прям думаю, стопудово ты после этого нападешь. Знаешь, посмотрел еще на жизнь успел, думаю, а хватит. Типа. Поэтому мне прям прикольно было, что ты давай. Так, с тобой не лезь тоже. Достал. А, ну правильно, смотри. Я не знаю, а ночью они выходят. Кстати, что ты его? Ну, это было приятно. Всех побил. Знаешь, что это не Анка, как бы, да? Конечно, не Анка, там между ног болтается, совсем не Анка. Ну там такой болтается, там судя по его размеру, там такой. Почти Анка. Кстати, интересная тема. Нам рассказывал переводчик в Японии, когда мы были. Их этому учили в университете, не знаю, говорил, не говорил. Но когда типа русские с ними контракты заключали, нас по старой привычке типа в баню их приглашали. И, соответственно, брали туда переводчиков. И переводчики, ну, им как бы советовали, там, бизнес-переводчики, советовать как бы тем русским, чтобы они не приглашали на заключение контракта в баню. Потому что все-таки как-никак есть у этих комплексов, и они очень сильно видны, эти комплексы в бане. Поэтому это, ну, не способствует как бы этому. И я когда это слышал, просто вспоминал, мы как раз ходили в эти их местные бани, ну, действительно, у нас такие, знаешь, привычки мужские, эй, оу, знаешь, ты там зашел, не паришься. А эти же заходят, они все эти маленькие полотенечки, они прикрываются, заходят с ними, знаешь, такие, то есть прям все. Я как раз вспомнил то, что нам рассказывал переводчик, думаю, ну да, видно, есть у них эти, все-таки есть. Наблюдал, короче, у тебя собственное расследование было. Да, то есть это, да. Как бы подтверждение. Следствие вели знатоки. Помоги Даше найти японский писюн. Подлюка. Миша решил рискнуть. Я так думал, уже и пройдет это все. Но. Тут я даже не понял, что происходит. Не, ну видно, что Миша тренировался против Макса. Так пафосно разминал руку и... Фраза... Фраза Миши этого вечера, да что ж такое-то? Да. Почему ты со мной не взял это, Джина?
Буша там спрашивает, говорит, ну на себя смелость отвечу, что последний. Вы перестали писать для наших двоих этих не подписанных на нас. Ой, бля, спать хочу вообще. Ставим ставки. Мне кажется, Дракостан. Нет, мне кажется, не Дракостан. Мне кажется, Тарас не читает письма. А что там? Дракостан. Три колодца. Никто не поймет, что это кучку дуб, да? Вот реально. Мы все очень старые. Ну смотри, Дракостан взял этого Ебобовича. Да надо глянуть, как он. Что я помню, кто-то тоже. Наверное, он как-то брал. Угу. Кто-то другой. Я помню, настолько не особо. Мурша, привет. Не, все, последний турнир. Я вообще сплю за джойстиком. Привет. Не-не, последний, третий уже у нас. Я смотрел, тебя в сети не было. Бля, я реально засыпаю. А ты видел, как он его подловил, эту нижнюю его удар? Угу. Кстати, вот это вот то, что он проезжается вот по человеку, вот этой ногой, это считается захват. Да. Не, а глянь, у него тайминг очень, кстати, на Джина похож у этого. Ну да. Не, ну я вот посмотрел, вот говорю, этого, пощупал Шахина. Ну такой, вообще ничего такого яркого нету. Значит, и серия ударов есть. Так, чтобы, знаешь, такое что-то можно было мудрить интересное. Не, ну во-первых, у него длинные удары, можно издалека подхватывать. Ну вот смотри, Тарас, вот. Возьмем даже Нинку, две руки, допустим, там ее родители, такие удары, которые с разных тройки, с разные выходы, там разные вот эти еще. Там, не знаю, допустим, до хрена этих. Да херово у нее выходы, у нее нету нижних выходов, чтобы концовки нижними ударами заканчивались. Ну не знаю, это раз. Вот если бы такое было, это было прикольно было у Нинки. А так? Ну не знаю, ты просто не до конца посмотрел. Он как это. Господи, это, боже мой, этот Стив. Как в конце, когда у него мало жизни, он начинает понизу работать. Он мне неплохо. Ну, там стандартные на нижние только, да и все. Поэтому говорю, я настолько Шахину. Ну, никакой. Да, есть такие там что-то. Ну, стандартные. Даже Лерой там есть. У него тут есть, начиная с нижнего там. Очень. Не, Лерой прикольный, у него как и тактика удара, нападения, да, есть, и как защита. Да, поэтому, блин. Даже это, говорю, так смешно стало. Сейчас как щупаю этот Street Fighter. Там тоже есть такой, у арабского персонажа ввели. И то он как-то более, знаешь, более смотрится такой вот, более живее, чем этот тут. Ну, по сути, атакующий. У меня есть два лаунчера таких вот, то есть вот как бы такие, с кувырка. Ну и еще там больше особо сильно ничего. Вот как вот атаковать Шахином? Реально, вот даже вот смотри, вот если посмотреть. Вот просто посмотри на этот, на Шахина. Он никак не может нормально подбить на этот, на лаунче, ничего. Он тупо просто тык-тык ушел, тык-тык ушел, а лаунчера я практически не вижу. Ну вот же у него подпрыгивает, где он там с переворотом ногами. Нет, нет, нет. Вот его, вот это вот, да, вот лаунчер был, это один, который говорил, из двух. Вот первый лаунчер, который этот.
не помню, вроде сейчас был в этот второй лаунчер, который он там далеке сделал. А так все. Кто, насколько я помню, вот это вот, когда двумя ногами, ну, вроде бы наказуемый. Я хотел сам на рейдж по это, и нафиг дёргнулся вперед. А заметь, он, кстати, не делает этот перебивочный, который, помнишь, у Шахина есть, который ты часто попадался? Да-да-да. Все, я сейчас доигрываю, выключаю все нафиг и все, спать. Ты, наверное, Женька, еще встаешь с собакой гуляешь. Что так рано? Ну, блин. Не знаю, как-то так вот уже повелось. Хотя уже, знаешь, чувствую, что хронический недосып уже идет такой конкретный. Я встаю в 6, и в 6.45 я уже на работе. Ты работаешь дома, я так понял, да? Нет, тут 30 минут поесть и на машине, пока транспорта нету, за 15 минут доезжаю до работы. Я думал, такой, знаешь, встал, типа поел и в кабинет соседний за компьютер сел такой, типа, и все, я на работе. Тогда, поверь, не в 6 вставал, а в часов 12. Да-да-да, я тогда не вставал. Прикольно, ты видел, два этих сделал. Mm-hmm. Ну, то есть не сначала удар, а это, mm-hmm. два раза нырнул. Чё народ камень делает, не могу понять. Раз-раз отошел, раз-раз отошел. Ну, как раз по ситуации можно у пола. Помнишь это? Сделал два удара, и потом как это вот секундную паузу можешь... реагировать или нижний этот или верхний что-то. Миш, ты это ты получается ему проиграл изначально этому Симакору? На прям ну там на копейках реально. Не, ну он нормально дерется. Не могу понять чего. Этот Дракоцон попадается до Килоховски в некоторые моменты. Но. Что наоборот, говорит, да. Может он пиво пьет? Что такое? Ты понимаешь, самое интересное, если попадается какой-нибудь вот Лерой или вот эта вот Асука, я стабильно знаю, лучше я буду постоянно атаковать понизу. Или этот, или какими-нибудь захватами. Потому что стабильно, вот видишь, даже поэтому видно, что он постоянно на перебивочной ждет. Ловит понизу, значит, там на захват его постоянно ловить. Мне кажется, походу, вот это было перебивочное наказывается. Потому что видишь, как анимация долгая, когда не происходит этот захват. Надо поучиться вот курки эти. Жанка, Анка и Минка могут их перехватывать. Ух ты.
Вот я знаю, вот у Кунимитсу есть две отмены анимации. То есть, когда вроде удар хочешь сделать, то можешь успеть отменить. У этого пола сейчас смотрю, до хрена. Ну кто победил? Я же говорил, что нифига не Дракостан. Ну да. Ладно, хлопцы, я спадкать. Давайте до четверга. Бубе рубит. Счастливо.